Астраханский завод кузнечно-прессового оборудования. Полгода, как здешняя продукция, проходит государственную приемку. Вневедомственный контроль предъявил претензии к качеству и выявил проблемы в организации производства. Цехи и участки трудились по принципу «каждый за себя». Одних деталей выпускалось в избытке, других не хватало. Теперь успехи местного значения не в счет. У всего коллектива единая задача – снабдить сборку качественными комплектующими в полном объеме. Значит, выгодал завод от госприемки? Лучше, конечно, намного. Мы лучше стали работать. Мы работали, правда, но если стали лучше работать, у нас продукция там намного лучше, и люди стали заинтересованнее, чтобы лучше сделать, красивше сделать. С декабря месяца, когда мы начали, да, с декабря месяца у нас упало это заработок. Ну, не заработок там упал, а мы не выполнили план, и у нас не было премии. И январь-февраль. А в марте мы уже получили это какую премию и хорошо получили. Качество улучшилось, наладилась ритмичная работа. Но пока обычный серийный молот сильно отличается от предназначенного на это. Конечно, отличается намного. Ну вы что, экспорт свои у нас. Ну мы хотим сделать, чтобы у нас так же было, как и экспорт. Ну, конечно, много еще условий надо нам создать, чтобы сделать нормально нашу продукцию. Например, улучшить работу с поставщиками. Писали письма на заводы поставщики литья, на Азовский завод, в Руставский. На Азовском еще хорошо есть госприемка. Наши соратники, они нам помогают. Ну и какой-то эффект это дало. Достижение уровня мировых образцов – дело перспективы. Что должна делать для этого госприемка? Не снижать своих требований.